Для Елены Бергман вопрос здоровья номер один. Медосмотр женщина проходит раз в год, и если раньше поход к врачу растягивался на несколько дней, то благодаря новшествам диспансеризация занимает не больше 20 минут. Теперь не нужно томиться в очередях и путешествовать по кабинетам. Мне дали рекомендации по здоровому образу жизни, сказали, чтобы добавить активности в своей жизни, больше употреблять фруктов, овощей. Спасибо, конечно, нашим врачам, что они следят за нашим здоровьем. У каждой возрастной категории пациентов свой протокол обследования. Теперь в обязательном порядке белорусы от 18 до 39 проходят осмотр раз в 3 года. Старше 40 – ежегодно. Плюс, в зависимости от факторов риска, установлена дополнительная диагностика. В целом схема отработана до мелочей. Сначала врач предлагает заполнить анкету. Есть ли привычка досаливать еду? Часто ли испытываете стресс? Сколько времени уделяете физической активности? Все они помогут выявить факторы риска развития болезней сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических обструктивных заболеваний легких и онкологии. После врачи анализируют медкарту, затем стандартный набор измерений – вес, рост, давление, пульс. Заключительный этап – прием терапевта. При необходимости назначают дополнительные анализы, флюорографию, электрокардиографию и маммографию. Пациенты могут записаться самостоятельно при обращении в регистратуру, по телефону, также через сервис «Талонбай» или через официальный сайт нашего учреждения. В нашей поликлинике организована работа 3 кабинетов для диспансеризации, которые оснащены всем необходимым. Диспансеризацию не стоит путать с медосмотром. При первом обследовании сокращен объем необходимых к заполнению документов, чтобы врачи могли больше времени уделять пациенту. А вот второе – это узкое направление, которое решает вопрос допуска человека к работе. Процедуру проходят только те, чей труд связан с опасными или вредными условиями. Проводится она в поликлинике, больнице, медчастях. Я из Могилева, но мне удача улыбнулась пройти программу диспансеризации здесь на базе поликлиники. И вы знаете, я довольна этой удачей, потому что все, что нужно было, в поликлинике отработано. Белорусы, между тем, могут заполнить анкету самостоятельно на едином портале электронных услуг при наличии цифровой подписи и биометрического паспорта. Дубликат бланка поступает в учреждение здравоохранения. Каждый день медики анализируют и обзванивают пациентов для согласования удобной даты проведения диспансеризации. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.